Ну все. Корабль готов, капитан. Спасибо, Билли. Дерри не похож ни на один город, где я бывал. Люди здесь гибнут или пропадают в 6 раз чаще, чем в среднем по стране. И это только взрослые. С детьми все хуже. Гораздо хуже. Всех нас сюда приносит течение. Я что-то видел. Там был такой... клоун. Я тоже его видел. Смотрите, эти места объединяет канализация. Вот где оно живет. Что случилось? Билл! О, нет! Мамочки! Что-то! Выключай! Не надо! Если пойдешь со мной, тебя тоже унесет. Джорджи! Тебя тоже унесет, тебя тоже унесет, тебя тоже унесет! Тебя тоже унесет! Расскажите мне. О чем? Обо всем. О чем именно? О том, что они боятся рассказывать в школе. Вдали от тени подозрения. Вдали от места преступления. Тодд Боуден обнаружил тайну. Пустите меня, давайте побеседуем. О чем? Мне нечего тебе сказать, сынок. Это были вы. Это ваших рук дело. Я американец. Ты не имеешь права оскорблять меня этой ложью. У меня есть отпечатки пальцев, ваши фотографии. И что тебе нужно? Хочу узнать. Обо всем. Между невинностью и опытом весь мир считает меня чудовищем. Ты знал, кто я все это время. Между любопытством... Каково это? И осознанием. Врать судьям и репортерам не так просто, как кажется. Ты сможешь? Я уже смог. Тодд Боуден получит ценный урок. Позвольте задать личный вопрос. Да, пожалуйста. Чем вы занимались во время войны? Я знаю вашу тайну. За это время столько всего может произойти. Что-то новое всегда скрывают от остальных. Ребята, спуститесь в подвал. Это невероятно. Если не верите в существование зла, вам предстоит изменить свое мнение. Он назвался Тоддом Боуденом. Он хотел узнать все. Да, так и сказал. Хочу узнать все. Способный ученик. Это пойдет нам на пользу, Джесс, обещаю. В этом и есть смысл брака. Мы вместе преодолеваем трудности.
В горе и в радости. Ну что, пойдем устраиваться. Как думаешь, твой муж скоро вернется? На помощь звать бесполезно, вокруг не души. Джеральд? Разве я говорил, как меня зовут? Мне это не нравится. Я серьезно, хватит. А если так? Прекрати! Ну ты что? Неужели по-другому никак? Что с нами случилось? Мы ведь были счастливы, разве нет? Джеральд! Что? Что с тобой? Джеральд! Кто-нибудь! На помощь! Очнись. Ну, пожалуйста. Просто открой глазки, милый. 5 часов потратила на то, чтобы добраться до соседей, которых здесь может даже не быть. Сколько человек способен прожить без воды? Ничего не выйдет. Нет. Только руки вывыхнешь, но из наручников не выберешься. Ты не настоящий. Тебя здесь нет. 29 сентября. Спи, моя детка, только не плачь. Сосредоточься, ты ходишь во сне с 12 лет. Какое красивое платье. Он заковал тебя в наручники гораздо раньше Джеральда. Что с тобой? От режиссера «Тишины». У тебя есть все необходимое, чтобы выжить. По мотивам романа Стивена Кинга. Только запомни. А ну пошла! Если не проснешься, ты умрешь. Игра Джеральда. Фильм Майка Фленнегана. Самая главная концовка. Важнейшая часть повествования. И вот это замечательно. Просто идеально. Для Морта Рейни каждая история – окно в другой мир. Но некоторые окна лучше не открывать вообще. Ты украл мой сюжет. Я вас не знаю. Зато я знаю вас, мистер Рейни, и вы украли мой сюжет. От автора сценария «Комнаты страха». Удивительное совпадение. Истории действительно похожи. Ее смерть будет казаться загадкой даже для меня. Он называет себя шутером. Может, мое имя подходит вам? Кто здесь? Помнишь рассказ «Тайное окно»? Только мы об этом знали, так? А вас легко напугать. Все может случиться, и никто даже не узнает. Чего тебе от меня нужно? Концовка. Ты должен ее исправить. Я уверен, что шутер какой-то псих. Я хочу понимать, с чем имею дело. Да не стоит. Джонни Депп. Твоя жизнь и все близкие тебе люди сгорят, как тростниковое поле на ветру. Важна только концовка. Важнейшая часть повествования – концовка. Тайное окно. Когда я был маленьким, существовало одно место. Зловещее место. Его закрыли, оставили гнить. Но то, что обитало там... Привет, Дэнни. Возвращается. Немногие заезжают так далеко на север. Вы бежите от чего-то? Бегу от себя самого, наверное.
Привет. Ты слышишь меня? Ты волшебный, как и я. Не знаю насчет волшебства. Я всегда называл это сиянием. Мир — это голодное место. Опасное место. Эти люди делают больно таким, как мы. Эти пустые дьяволы сожрут все, что сияет. И они заметили эту девочку. Ну, привет. Прочь из моей головы! Убирай! Я не ощущала подобной силы так долго. Они идут. Куда мы едем? Есть одно место. Ты уверена, что готова? Я готова. О да, беги, дорогуша. А я найду тебя и заставлю кричать всю жизнь. Поиграй с нами сейчас и всегда. Вы чуть не погибли. У вас сложные переломы обеих ног и сильно повреждена малая берцовая кость. Новый фильм Роба Райнера. Как только расчистят дорогу, я отвезу вас в больницу. А пока набирайте сил и ни о чем не беспокойтесь. По роману Стивена Кинга. Все будет замечательно. Я ваша большая поклонница. Меня зовут Энни Уилкс. Боюсь, один из моих клиентов, Пол Шелдон, попал в беду. Вы имеете в виду Пола Шелдона, писателя, автора знаменитых книжек про Мизери? Она появилась в магазине, Пол. Мне сказали, он выехал из отеля в прошлый вторник. Это очень странно. То, что вы нашли меня, настоящее чудо. Ну, я следила за вами. Следили? О, Пол, я прочитала все ваши книги. Вы должно быть хороший человек, иначе не создали бы такую необыкновенную героиню, как Мизери Честейн. Вы очень добры. По предварительным данным, Пол Шелдон погиб. Ты грязный ублюдок. Как ты мог? Мизери Честейн не могла умереть. Но ее душа жива. Мне плевать на ее душу. Мне нужна она. Ты убил ее. Ты же не веришь в то, что он погиб? Даже не надейся, что кто-то спасет тебя. Я никому не звонила. Никто не знает, что ты здесь. И в твоих интересах, чтобы со мной ничего не случилось. Если я умру, умрешь и ты. Я знаю, что ты выходил. Не это ищешь. Со временем ты привыкнешь. Эми, не знаю, что ты задумала, но, пожалуйста, не делай этого. Эми, господи! Тише, дорогой. Доверься мне. Боже правый! Это ради твоего блага. Мизери! Боже, как я тебя люблю! Dimension Films. Нет, ты не уйдешь, ты останешься с нами. Папа, все умирают. Когда Майк Энслин потерял дочь, загробная жизнь стала его наваждением. Вас, наверное, интересуют наши призраки. Но за годы поисков он утратил веру. Считаете, что их не существует? Я лишь сказал, что их не видел. Я был бы счастлив повстречаться со сверхъестественным. Не входи в номер 1408. Джеральд Оллен, менеджер «Дельфина». Ключ от номера 1408. Со дня открытия отеля в номере 1408 умерли 56 человек. 56? Никто не продержался дольше часа. Первым стал мистер Кевин О'Мелли. Перерезал горло. Не заходите в этот номер. Это здесь?
Гостиничные номера всегда угнетают. Здесь ощущается угроза. Никто не продержался дольше часа. Жалкая попытка, Оли! То, что я вижу, не то чтобы нереально, но не вполне реально. Эй! Вот зараза. Откройте! Успокойся. Умели? По рассказу Стивена Кинга. Полицию вызвали. Они в твоем номере. Там пусто. Джон Кьюзек. Я обречен. Сэмюэл Джексон. Мне не хотелось вас заселять. Больше не любишь. 14.08. Режиссер Микаэль Хаффер. Существует поверье, что в снах таится великая сила. И чтобы защитить себя, спать надо под ловцом снов. Легенда гласит, хорошие сны проходят через центр. А кошмары запутываются в паутине. На этот раз злу удалось проскользнуть. Похоже, была аварийная посадка. Опять они за старое. Я скажу, о чем стоит волноваться. Пассажир, вот наша главная забота. Кто-то выдаст себя за одного из нас. Ты не Джонси. Castle Rock Entertainment представляет. Они американцы. Мне тошно от одной мысли об убийце американцев. Морган Фримен. Режиссер Лоуренс Кэздан. По мотивам романа Стивена Кинга. Не хочу это видеть, Джонси. Просто не могу. Кто ты и что тебе нужно? Идем со мной, Оуэн. Такое тебе покажу, страшно станет. Ловец снов. Поймай кошмар. Ярко свой маяк, отец наш, вечным светом огорим. Нам же он огонь прибрежный для охраны. Я заберу тебя после школы. В школе все считают меня странной. Керри, любимый стих? У тебя есть такой? Я так не хочу. Я хочу быть как все. Чё ты пялишься-то? Я хочу быть нормальной, пока еще не поздно. Господи, помоги этой девочке осознать свои грехи, чтобы проклятие... Мама, этого даже нет в Библии. Ты это придумала. Иди в чулан и молись. Нет. Молись! Нет! Передвигать предметы силой мыслей.
единственная, кто обладает телекинетическими способностями. Дьявол всегда с тобой. Он никуда не уходит. Но мы должны изгнать его. Нет! Скоро выпускной. Если у тебя еще нет пары, пойдешь со мной? Мама, я иду на выпускной. Нет, нет, нет. Они будут смеяться над тобой. Все будут смеяться. Мама, хватит! Не смейте издеваться над бедной девочкой. Король и королева нашего бала? Сегодня Элли нашла странное место в нашем лесу. Кладбище домашних животных. Здесь хоронят питомцев и навещают их. В этом нет ничего страшного. Совершенно естественно. Как сама смерть. Весь город пользуется им уже много лет. Сделали из этого настоящий ритуал. Это не просто страшные сказки. Я видел такое сегодня. Это предупреждение. Местные племена вырезали этот знак, прежде чем исчезнуть. Они боялись этого места. Там что-то есть. Какое-то древнее зло. Эти леса принадлежат не нам, а ему. Этот кот ведь умер. Оно возвращает мертвецов. Тёть! Я знаю, что вы задумали. Но они возвращаются иными. Папа! Луис, что происходит? Обними дочку. Не стоило вам показывать это место. Ваша дочь не единственная, что вернется. Граница пала. Нам дали второй шанс. Порой лучше умереть.